Я приветствую вас в парке Горького, меня зовут Артем, и сегодня мы с вами находимся на Воробьевых горах. Эта местность известна не только своей богатой, долгой историей, но и уникальной флорой и фауной. Экологическая обстановка Воробьевых гор нетипична для Москвы, а секрет прост – он в земле. Местность здесь достаточно холмистая. Воробьевы горы – это часть Пластанской возвышенности, и почва склонна оползать. Деревья и кустарники своими корнями удерживают ее, но когда нам надо что-то здесь построить, например, жилой дом, естественно, все деревья вырубают, пни выкорчевывают, и постройка тут же съезжает. Об этом знали уже много столетий назад, поэтому на протяжении веков Воробьевы горы не застраивались. Современные технологии позволяют нам строить и в такой местности, и даже в более сложных условиях. Но сейчас горы защищены уже законом. С 1996 года по распоряжению правительства Москвы Воробьевы горы стали природным заказником особо охраняемой территории. Благодаря этому сейчас здесь произрастает около 400 видов растений и обитает примерно 150 видов животных и птиц. Чтобы познакомить людей с уникальной экологией этих мест, по Воробьевым горам были проложены экологические тропы. Их очень легко найти. Это деревянные настилы, пройдя по которым вы можете познакомиться с флорой и фауной этих мест. В то же время урон, который человек наносит природе, будет минимальным.